как мчится жизнь. Но профиль таинственной незнакомки, живущей, по-видимому, где-то рядом, его каждый вечер манит и манит спуститься во двор вниз, постоять, покурить, хоть и бросил давно, ведь уже изменить вряд ли что суждено. Долгим взглядом ее до угла проводить и вернуться домой, чтоб по-прежнему жить. Совсем иначе, не так. Но видно, ей не хватило амбиций, а может, просто она не знала того, что все в этой серой жизни дается не просто так. Все одна да одна, возвращаясь домой, понимает она, жизнь идет стороной, и тоскливый пейзаж из обрубков домов разрушает мираж про большую любовь. Таким привычным для этих чужих людей. Не сошлись, не сошлись.